Такое интересное растение мы сегодня нашли. Такое небольшое деревце, на котором растут вот такие плоды. Сейчас октябрь месяц, они только созрели. Такие как вишенки, но внутри они такие какие-то как пюре, которые созревшие. Они не сочные, а такие как пюре вроде бы. И вот у них такие вот две или три маленькие косточки внутри. Вот такие. И сама вишенка вот такая на красной ножке. Все они такие, у них красные плодоножки у этих ягод. Такие листья. Что это за растение? Может быть, вы мне подскажете. Вот такие вот у них косточки. По сравнению с ложкой, это десертная ложка, чтобы вы понимали. Вот такие маленькие ягодки. И в них такие вот косточки. Сами ягодки пюреобразные такие. Попробовать я не решилась. Но вот интересно, что это за растение. Может быть, кто-то из вас подскажет.